Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас вторник, и пришла очередная ротация в порталах дерзаний. И на этот раз у нас 134-я ротация, где мы будем играть за охотника на демонов. Он, ну точнее она, 495-го парагона. И нам с вами предстоит закрыть 45-й великий портал за 6 минут и 14 секунд. Что касается этого портала, то, дорогие друзья, он предельно простой. Охотник на демонов облачен в сет мантии тени, ну и атакует он с помощью двух скиллов. Ну точнее, основной атакующий скилл, безусловно, это бросок кинжала. Кроме того, тут имеется пару предметов, которые будут бафать урон и генератора. И в принципе генератор даже в сете мантии тени наносит неплохой урон. Опять-таки в разрезе портала дерзаний. Сам же билд не классический, но во всяком случае по исполнению, а значит у нас будут проблемы с ненавистью. И вот как раз таки эту ненависть нам будет неплохо помогать восполнять и генератор, как и умение шакран. И что один скилл, что второй скилл, вы можете запускать, атаковать противника этими скиллами, но как только видите элитных противников, то их естественно можете ваншотать броском кинжала. Другими словами, пока есть ненависть, орудуйте броском кинжала. Как только ненависть пропала, то запускайте ваш генератор. Безусловно, не забудьте, как только попадете в портал, поржать умение силы тьмы, чтобы у вас запустились бонусы от сета мантии тени. Опять-таки повторюсь, особо сильно заморачиваться по поводу этого портала не стоит, он закрывается прям элементарно. Кроме того, простоту этого портала еще и обеспечивают пилоны. В начале второго яруса мы найдем пилон поддержания, где-то на середине второго яруса мы найдем пилон силы. Ну и практически в начале третьего яруса мы найдем пилон скорости. И всего этого более чем хватает, чтобы завершить этот портал дерзаний успешно. Так что не ленитесь, если играете в Diablo 3. Пробуйте закрывать портал дерзаний, ну и получайте, скажем так, в кавычках, халявную коробку со всеми реагентами. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, и желаю удачи в сезон Апохаде! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!